Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Скажите 9 раз от черной полосы. Иногда случаются неприятные периоды в жизни, когда ничего не получается. Буквально на пустом месте возникают проблемы, неудачи в отношениях и делах, непредвиденные траты. В такие периоды страдает и наше физическое и психологическое здоровье. Появляется депрессивность, апатия. И если не хватает собственных сил разобраться с бесконечными проблемами, мы ищем помощи извне. Найти поддержку, попросить помощи в тяжелый жизненный период черной полосы можно у высших сил. При правильном обращении небесной силы помогут убрать застой негатива и расчистить ваши пути для движения чистой светлой энергии. Сегодня я хочу дать вам старинный эффективный метод, которым пользовались наши предки, когда им требовалась защита и поддержка свыше. Практика эта хоть и простая, но требует сосредоточенности и дисциплины, ведь проводится она 9 дней подряд. Если вы сможете сделать все именно так, как нужно, и ни разу не пропустите прочтение исцеляющей молитвы, то очень скоро ситуация в вашей жизни изменится, и вы сможете войти в белую полосу удачи и процветания. Прочтение молитвы должно происходить каждый день и строго в определенное время. Я рекомендую выбрать либо раннее утро, либо полдень, либо полночь. Согласно поверьям, именно время, наполненное особой энергетикой и волшебством. Итак, выпишите на листок слова молитвы, читайте их 9 раз в назначенное время. Желательно в полном уединении. Слова молитвы идут такие. «Явитесь ко мне», называем свое имя, «высшие силы могущественные. Заприте на 9 замков двери от черноты, которые мою жизнь наполняла. Оставьте за ними все то, что вредило и мешало, губило и за мной следом ходило. Прошу на бесконечное счастье вашего благословения. Отворите мои двери светлым событиям, улучшением. Принесите мне сил и здоровье наперед, и начните жизнь мою прекрасное преображение. С верою в лучшее молитву читаю, на поддержку сил высших всем сердцем уповаю. С благодарностью подсказки и вашу помощь принимаю. Как сменяется день ночью, как меняется солнце с луною, так переменится жизнь моя белой чистой полосою. Истина. После прочтения молитвы очень хорошо побыть еще какое-то время в одиночестве. В эти дни ведите спокойный образ жизни, не ссорьтесь с людьми, не раздражайтесь по мелочам, не передайте, вставайте раньше обычного и ложитесь спать вовремя. И уже обязательно с первого дня начинайте следить за знаками, которые начнут посылать вам Вселенная, и принимать возможности, которые будут приходить. Эти знаки будут указывать вам верное направление по жизни. Прислушайтесь к своей интуиции, выбирайте сердцем и верьте в лучшее. Через 9 дней четкого выполнения практики результаты будут очевидны, жизнь преобразится, появятся новые возможности и энергия двигаться вперед, а тот негатив, который наполнял вашу жизнь, полностью разрушится.